Отопритесь, отворитесь, ваша мать пришла, молока принесла. Ваша мать пришла, молока принесла. Нет, не матушкин это голос. Наша матушка не так приговаривает. Она поет тонким голоском, а у тебя грубый. Тебе, дятел, новый клюв. Ну-ка, попробуй, как стучит. Спасибо тебе, Михаил Иванович. Здравствуй, серый. Зачем ко мне пожаловал? Зубы, что ли, притупились? Нет, Михаил Иванович, язык у меня грубый и толстый. Оттого и голос страшный. Только малых детей пугаю. Окажи милость. Сделай ты мне тоненький голосок. Ну, если деть бояться, то можно. Сделаю, как ты просишь. Вот и готово. Спасибо тебе, Михаил Иванович. Козлятушки, ребятушки, отопритесь, отворитесь. Ваша мать пришла, молочко принесла. Ваша мать пришла, молочко принесла. Кто придет к избушке, станет проситься чужим голосом, дверь не открывайте, никого не впускайте. Нет, не пустим, матушка.
отопритесь, отворитесь. Ваша мать пришла, молока принесла. Ваша мать пришла, молочка принесла. Увидишь за речкой дом волка. Вот я вас! А мы тебя не боимся! Сюда идет медведь! Он тебя проучит! Надо.